А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здарова, дорогие подписчики! С вами, конечно, Димка, а также Донька, и мы вернулись в GTA для того, чтобы провести мега-классную и очень веселую рубрику под названием «Битва автомехаников». Кокосики! И, ребята, сегодня я расскажу вам суть данной рубрики. Приехали в этот поселочек для того, чтобы навестить разборку, а точнее даже свалку машин, где вот, если вы посмотрите, просто куча всяких взорванных, всяких разбитых тачек, и из этих тачек мы постараемся что-нибудь интересненькое собрать. Соответственно, ребята, как минимум мы используем 2, а может быть даже 3, а может быть даже 4 машины, ну сколько необходимо для постройки нереально классной, новой, абсолютно чит какой-нибудь тачки, вот, которой еще никогда в мире не было. Поэтому, ребята, я очень надеюсь, что у нас получится. А вы ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчики. Должны стоять все уведомления. И вот, да, ребята, кстати говоря, напишите в комментариях, подписаны ли вы на канал. Если да, то плюсик в чат, если нет, то минусик в чат. Все как бы просто. Поехали, братишка. На все про все, у нас время не ограничено. Чисто смотрим, ищем и самое главное, не попадите охранникам данного кооператива, потому что в противном случае можно просто конкретно так-то... Блин. Конкретно? Ну, такое, как бы, да. Ладно, я думал, тут будет что-то получше. Конкретно можно попасть. Да-да-да, вот ты прав, ты прав, ты прав. Ты про что-нибудь нашел уже интересненько? А ну-ка, чисто, здорово. Здорово. Вау, вот это да! Ема, он сгоревший, посмотрите, ребята, просто в нулину разбитый, получается джип прикольненький. Так, а там есть что-то? Больше ничего нету. Слушай, я думаю, что я вот это пока думаю, не интересно. Что ты там возьмешь? Ты уже взял первую тачку, получается? Я да, понимаю. Я думаю, что я возьму неплохо. Ее. Это реально неплохо. Может быть интересно. Вау, ема, посмотрите, ребята, что с BMW. М5 КС просто, походу, перевертыш был. Получается, вся крыша смята. Что там у тебя? О, ты эту нашел тачку? Да, я сейчас сделаю. Она подцепится? Серьезно? Нет? Мне кажется, нет. А, мне кажется, нет. Так, ладно, я, короче, пытаюсь найти что-нибудь интересненькое, прикольненькое. Ты все, ты две тачки что ли нашел? Больше ничего не будешь искать, так. Нет, я нашел! Я же еще не использовал велосипед, поэтому все хорошо пока. Еще одну офигенную тачку. Кстати, тут рядом Мерседес стоит битый или BMW, кстати реально? Говоря. А можно было и так, в принципе, офигенно. Я, короче, переехал, и получается, я нашел более-менее в хорошем состоянии вот такой вот баги. Конечно, спойлер помятый, но я думаю, мы это выпрямим при помощи молотка. Здорово, мужик, все в порядке? Все отлично. Так, поехали, как бы, ребята, далее. Искать еще какую-нибудь прикольненькую машинку. Так, это не считается? Ё-моё, это что, тачка, что ли? А интересно, она заводится? А ну-ка. А ну-ка. Да! Она заводится, прикольно. Можешь забирать ее. Можешь ее забирать, хочу, да, прикольно. Не хочу, не хочу, кто стреляет? А, понял, братан, у меня проблема, у меня маленькие проблемы. Ё-моё, полбэхи вижу, полбэхи понимаю. Так, тут больше ничего нет такого прикольненького, интересненького. Разбитый, получается, драгстер, хот-рот, видимо, ну старый. Пока... За мной как бы тут охранники, братишка, тусуются. И что-то от меня хотят явно. Мне нужна будет, наверное, твоя помощь попозже, конечно. Сейчас пока не... Попозже, да, думаешь? Да потому что я пока еще... Неинтересно. Я, короче, братишка, что ты понимал, ни хера себе, что я нашел. И вот тут еще, кстати, какая-то черная бэха есть. Или BMW, или Bentley, я так и не понял. Так, подожди-ка, а как отсюда выехать-то? Я нашел офигенную новую тачку Lamborghini Countach, грубо говоря. Она целая, здоровая, но я вот выехать на ней, наверное, не смогу. Я, конечно же, попробую. Вот так вот. Я думаю, у нас все сейчас получится. Да, ребята, более-менее получается. Давай ты. А ты что-нибудь нашел интереснее? Слушай, так. Ты вторую нашел уже или первую? Подожди, пока еще. Я уже вторую, получается, нашел. Тоже, она, конечно, вся нашел. Мятая, но при этом... мужик, успокойся, говорю тебе, успокойся. Я мы на нормальных таких условиях с тобой работаем. Ты забрал, получается... Маклара нашел, нифига себе, нормально получается. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Да, ребята, ну что же, получается, что на самом деле мы навели суету немножечко, конечно, охранники данной разборочки. Не рады тому, что мы приехали, потому что нашли офигенные просто тачки. А именно, ребята, это Макларен, такой тягачий BMW, а также, ребята, Ламборгини и Баги. Из этих двух тачек, или трех даже, мы попробуем сотворить что-то нереально мега классное. Так, ребята, получается, вот такую вот я новую Ламборгини создал, получается, очень мега быструю. А ты, получается, вот такой вот тягач, тоже, по идее, быстрый. Ты использовал Макларен, получается, и тягач. Понимаю, это ребята. Так, ну. Ну что же, для начала нужно проверить эти тачки, понять, у кого тачка все-таки получилась лучше. Поэтому, ребята, прямо сейчас мы пройдем парочку испытаний и погнали на наше первое испытание.
Давай. Ребята, мы готовы для прохождения нашего первого испытания. Это получается драг-рейсинг с элементами круговой, получается, развязки. Вот такой вот получается, так вот мы едем, тут должны, по идее, финишировать. Кто первый, тот победил, забирает балл. Все как бы просто. Один, два, три, поехали! Ю-ху! Так-то. У меня быстрее. Крюк, конечно, вообще интересен. Тихо. У тебя крюк как будто цепляется за трассу и не тормозит тебя, да? Не пока. Блин, улетел, я вылетел. Да, я вылетел за пределы, но я сзади тебя и не особо тогда потерял на этом, но... Давай, выроли, говорю! Один или два круга? Сколько кругов? Один? Два. Давай два. Окей, добро. Так, ладно, аккуратненько. Вот с поворотами прям вообще траблы у меня конкретные, потому как... Давай. Вообще налево не поворачивает, чтоб ты понимал. Вообще налево не поворачивает! Ужас просто. Давай, ужас. Давай. Наяривай, говоришь, да? Ну, да, ребята, тут получается все понятно. Короче, у меня тачка получилась очень, в принципе, быстрая, но не поворотливая. Надо что-то с этим делать, поэтому, ребята, прямо сейчас мы отправляемся на следующее наше испытание. Поехали. Ну, давай, поехали. Ребята, мы готовы для прохождения следующего испытания. Вы это видите? У тебя, короче, трюк у меня воздух вообще висит. Да, я знаю. Что-то вообще с ним нереальное, непонятное происходит. Вот если бы он тебя стопорил, было бы поприятнее ехать нам практически 9 километров. Поэтому, ребята, да, начинаем. 1, 2, 3, поехали! Желаю тебе удачи, братишка. Я тебе тоже. Она тебе пригодится. Понял, я молю ходить. Скани, я понимаю. Так, ладно, я тоже немножечко убрался, но более-менее жив, цел, здоров. А это меня как бы радует. Да, но ехать нам так-то к Тремору, поэтому... Кому? К Тремору? К Тремору, да. Тремору, правильно. Все как бы верно. Все. Правильно. Я не знаю, что там у тебя происходит, но я вижу по сценару, что ты где-то поблизости, но не так близок. Хотя вот в одном повороте нас поблизости отделяет так-то, да. Одна трасса, давай поворачивай. У тебя вообще ноль по управлению. Вот зиро в реале. Так. Понял? Так. Это подарок оставил. Саб-зиро, говоришь, да? Подарок я тебе, говорю, оставил. На Новый год ничего не подарил, вот в принципе там есть одна тачка. Понял. Можешь ее, в принципе, подцепить, тоже с собой увезти. Это было сильно больно. Едем, сильно больно. И на самом деле у нас остается там чисто вот прямой участок, где я, соответственно, должен как бы... Да мне очень страшно, потому что я знаю, что ты где-то сзади, а ты огромный и слишком жирный. В смысле, жирный? Огромный я просто, не жирный. Я просто такой. Да, я встал на колеса. Боже, мне кажется, надо вот так вот сделать, да, потому что просто жесть. У меня сейчас байкер просто улетел, чтобы ты понимал. Реально? Просто отлетел от меня, да, очень высоко. Да капец, у меня слишком широкая тачка, я как бы цепляю. Да, слишком широкая, расскажи это мне. Ну да, есть такое дело у тебя. Ема, ты улетел, ты там минусоваться собираешься-то? О, нет, вообще нормально я полетел. Малёха убрался, надеюсь, что ты минусанулся, и да, это меня радует, потому что... Есть, Малёха. Я примерно рядом. Я примерно рядом, но... Но, знаешь что? Но... Поворот мне этот интересен, да, как бы. А как сказать сокращать? Тут, блин, хрен сократишь, если так по-нормальному смотреть. Аккуратно, да давай ты. Вау, не цепляй меня! Что? Говорю, не цепляй. Ты практически меня подцепил. Да какой крюк? Ты меня выкинул, ё-моё. Серьезно? Вау! Понял? Да поехали! Да, фу! Йоу! Я прилетел, грубо говоря, к нашему Тремору. Да, я вот уже здесь, в принципе, все четко, все хорошо. А ты где? А, ты тоже, в принципе, здесь. Да, я на самом деле не видел, что там случилось, как я тебя подкинул и как бы выкинул. Дико извиняюсь за это. Но я предлагаю проходить уже тогда наше третье испытание. Поехали! Ну, давай, поехали. Готовы! Третье наше испытание. Это, ребята, смертельные шашки. Тут больше надо не трафика бояться, а тебя, однако. Потому что, ребята, трасса так-то оживлен. И помимо того, что меня будет преследовать Донни, еще, соответственно, нужно от трафика уворачиваться. Кто приедет сюда первым, тот и победил. 1, 2, 3, поехали! Давай. Вау! Давай, наяривай. Да ты... Ты за колебом был. Что я сделал? Я не видел ничего. Леха, и ничего как бы не знаю. Так. Вау! Понимаю, блин! Ты где? Ты сзади меня или спереди? Я сзади пока. Да капец, это просто, ребята, нереально. Это, короче, левелап, понял? Как бы, да, тут очень сложно. Значит, так-то вы проходите все эти испытания.
Понимаю, что где тормозов нету, это прям приятненько. Однако было. Ну-ка, если вот боты бы не мешали, было бы намного приятнее и получше. Аккуратно, спасибо, да-да, спасибо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вау, отлично, все хорошо. У меня просто замечательно, братишка. У меня прям то, что надо, как говорится, понял, да? То, что прям надо? То, что необходимо, да. Тихо-тихо-тихо. Ёпарасоте, да, давай, поехали. Куда ты на дыбы-то встаешь? Ну, пожалуйста. Тут осталось пару метров. Пожалуйста. Пожалуйста. Я думал, ты прям сзади. Да, я думал, ты прям сзади, чтоб понимал, как бы по сонару показывало, что ты прям вообще в метре от меня. Слава богу, что ты был подальше, да. Поэтому, ребята, это пока что мой второй балл. Один общее количество баллов, а мы отправляемся на следующее наше испытание. А мы готовы, друзья. И следующее испытание, это получается дерби. И две жизни у нас с тобой есть, поэтому поехали. Давай, поехали. Продул, да? Я понял. Опасно. Прикольно. С одной стороны. А с другой стороны, ребята, максимально непонятно, что вообще происходит. Я не успеваю даже... Чё? Прикидывать даже примерно, как ты на другом месте вообще был? Я выжил. Чё происходит? Я тут. А тут вообще попадало, братишка. Тут, знаешь, не спрашивай лишних вопросов. Тут и рассинхра, и скорости. Все остальное, я жив еще. Я твою тачку сейчас... Упал, да? Минусану, да, 1-0 пока что в твою-то пользу. А мы готовы, поехали на втором нашем раунде. Давай. Давай. Желаю тебе удачи. Вау, тебе... меня спас как бы твой капот. Богдан. Что это было? Что это было? Что? Наши тачки как будто стали соединяться. Ты упал? Да, прикинь. Как это? Не, ну вот так вот, нежданчик, но я упал, да. 1-1, слушай, прикольно. У нас еще последний раунд как бы остался так-то, получается, так и да. То есть как бы сейчас еще ничего не понятно, но очень интересно понять, кто же все-таки победит. Поехали, друзья мои. Давай. Давай, давай, давай. Я ударился, я от тебя свалился. Неприятно и обидно, ребята. Да, получается, что по общему количеству баллов так-то 2-2. И смотри, получается, на испытании, где прямой участок был более-менее, и вот дерби ты победил, а на, получается, спринтах, то, соответственно, я. Значит, ребята, сейчас мы отправимся на гору, на оффроуд, и поймем, кто же лучше там. Давай. Усложняем наши ставки. Нужно съехать с этой горы, доехать до вот где-то здесь дырдочка начинается. Взъехать в нее, получается, заехать обратно вот прямо сюда. Готов? Да-да-да, поехали, готов. Один, два, три, поехали. Было бы юху-ху-ху, но сам понимаешь. Юху-ху-ху? Да, юху-ху-ху. Да, отлично. Отлично встал. Тихо, тихо. Окей. Тихо. Давай газу! Богдан, ну ты прям рядом. Богдан, 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 Богдан. Ты про изи которого, да? Понял? Без понятия. Без понятия, говоришь, да? Так, о, давай. У меня уже, конечно, тачка прям вообще в минусах. Давай. Конкретных таких прям. Ну я пока еду. И, ребят, пишите в комментариях, как вам эта данная прикольненькая, офигенная рубрика. И напишите тормози. Прям от 1 до 10, насколько сильно она вам нравится. Нормально так-то ты минусанулся. А можно мне на колесах, пожалуйста? Ну, плюс-минус. Я на базе. И, кстати говоря, напишите в комментариях, за кого вы болеете, за Ламборгини или же за, получается, тягач, который создал у нас Донни. Вот, прямо реально пишите прямо сейчас в комментариях. Тягач, ван лав. Ван лав, говоришь? Ага. Блин, ну прям попадало, однако, слушай. Потому что, ну, прям сложно. Так, давай. Тихо-т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 ихо. Давай. Рады то, что мы как бы рядом прям с тобою. Угу. Прям максимально. Есть такое? Тихо. Давай, 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 давай. Короче, тебе надо вылететь, и все, понимаешь? По баллам так-то 2-2. Понимаю. Ё-мо, нихера себе, прям на дорогу понимаю, выехал. Понимаю, но, вау, но не улечу. Еду на финиш, еду на финиш. У-ху, полетел. Откуда? Надеюсь. Верю. Ты куда? И жду. Прикольно. Видал? Прикольно. Ты видал, что я сделал? Прикольно, ты видал, да. Что я сделал? Прикольно, я приехал. Да. Я приехал! Вообще хорош. Я сейчас просто... Я пошел просто в улын и как бы...
Нихера себе заоинил. Прямо оттуда, да, вот сюда нормально, заехал. Нормально. Я реально, я не дышал, потому что я не верил в то, что у меня получится, ребята. Охрененно, просто охрененно. 3-2 по баллам, друзья мои. И остается заключительное наше последнее испытание, где мы взорвем тачку оппонента, и останется только самое лучшее. Поехали. Давай. Круговой, получается, развязки вот такой. Тут получается так вот мы едем, тут должны, по идее, финишировать. Кто первый, тот победил, забирает балл. Давай, всякое, давай. Просто 1, 2, 3, поехали, ю-ху! Так-то. У меня а быстрее. Крюк, конечно, вообще интересен. Тихо. У тебя крюк как будто цепляется за трассу и не тормозит тебя, да? Не, пока. Блин, улетел, я вылетел. Да, я вылетел за пределы, но я сзади тебя и не особо тогда потерял на этом, но... Давай, выруливай, говорю. Один или два круга, сколько кругов? Один? Два. Давай два. Окей, добро. Так, ладно, аккуратненько. Вот с поворотами прям вообще траблы у меня конкретные, потому как... Давай. Вообще налево не поворачивает, чтоб ты понимал. Вообще налево не поворачивает! Ужас просто. Давай, просто, давай, блин, наяривай. Ужас. Давай. Наяривай, говоришь, да? Ну, да, ребята, тут получается все понятно. Короче, у меня тачка получилась очень, в принципе, быстрая, но не поворотливая. Надо что-то с этим делать, поэтому, ребята, прямо сейчас мы отправляемся на следующее наше испытание. Поехали. Ну, давай, поехали. И готовы, ребята, для последнего испытания. У нас задача просто жить как можно дольше. 5 звезд у каждого, поэтому желаю тебе удачи, давай, братишка. Давай. Куча роботов, которые хотят нас уничтожить, и я надеюсь, что у них ничего не получится. Поэтому, ребята, да, понимаю. Понимаю. Где? Да давай ты уже. Да, даю, что-то. Поехали уже. Поехали. Я за тобой. А знаешь, в чем прикол? Ну? Это было близко, во-первых. Во-вторых, я дымлюсь. У меня чек-энжайн. Да, ты меня пару раз ударил и сдавил. О, пацаны, здорово. Всем привет. Здорово, пацаны. Так. Главное, чтобы не стрелял меня. Может. Я вообще рядом был на миллиметраже. На глазах у меня прямо. Загрузился? Ты жив еще пока, да? Да. Я тоже. Капец. Все, взорвал. Я просто по кругу херячу. Взорвал реально? Я в него влетел, да. Он просто я понял, был, слушай, я прикольно. Пока жив, при этом, чтобы ты понимал, я просто вокруг них катаюсь. Твоя тачка поехала сама без тебя. Нормально. Что не хочет, да, не хочет взорваться до последнего. Прям рядом было. Все, и меня тоже взорвали, получается, когда два тут, это стало намного сложнее для выживания. Да. Ну что ж, друзья, на этом наша серия подошла к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Наберем 3000 лайков, я сниму что-то подобное вновь. А с вами был Диман и Дони. Всем удачки и пока-пока. Пока!